Ага. Чуть-чуть напрыск есть, да? Чуть-чуть Да, свеженький. Ага. вот свеженький медочек. Да. Ну, маловато. Вот. Но сейчас ничего, подкормим. И будет хорошо. Сейчас это. Вот так вот у нас вот салфеточки лежат. Видите, они мокреют. Вот это выходит. Угу. Расплод она новый засевает сразу. Ага. Вот. Пыльцы забито пергалом, видите? Забито нормально. Перчатка. Ага. Печаточка хорошенькая. Уже вон трутня хорошо пошло. Вон трутень ей лазит. Печаточка. Ну вот так вот на солнце ее. Ага. Ну, вот печаточка. Шикарнейшая. А видите, меду маловато. Ну ничего, мы сейчас вот подкормим и будет нормально. А то уедем, пока еще ту открою, вытащи рамку тоже посмотреть. Ну вот, смотрите, вот печаточка нормальная. Здесь вот это все открытый. Вышла рамка расплода. Отличненько, отличненько. Вот. Нормально. А все такие, да, Коля? Да, ну это Ага. еще получше, это Да? такая А. средненькая. А. Это получше. Ну Ну, приблизительно от вот. Нормально. Широкого вот этого. Ага. Ну давай, сейчас я фурлифта сниму уже, бочку сниму и начнем кормить. Ребята, добрый день. Вот сегодня уже 13 марта. Приехали на черешню, вот, чтобы прокормить пчел, потому что некоторые были меду маловато. То, видите, вот наши пчелки стоят. Хочу вот вам показать. Ладно, сейчас я черешню вам покажу. Видите, она только цвет у нее пошел. Ну вот уже есть, уже отцвела. А здесь вот еще будет цвести. Много еще бутонов. А вот смотрите, клеверок желтенький идет. Но самое главное, я вам хочу еще показать. Яблони, это чудо. Я сам, честно говоря, первый раз на яблоневом саду, именно таком. Посмотрите, какая красота, как они ее сделали. Ряд, середина пустая, две, ну, в одну сторону и в другую сторону, как ребра идут. Посмотрите, какая красота. И тоже вот уже вот одуванчики. Пошли, вот они, одуванчики. У нас тоже на грушу, когда завезем, там тоже одуванчиков очень-очень много. Вот уже набирает яблоня цвет. Посмотрите, как чашей, как они сделаны. Красота конкретнейшая. Вот уже тоже зацветет. Черешня как раз будет отцветать. И яблони уже зацветет. Молодцы здесь фермеры. А вот она и труженица наша. Красота. Лезет, видите, она нектар ищет.
Смотрите, какая красота. И видите, вот спринкл, поливная система. Сверху труба идет вот. Это орошается сверху, как дождь. То очень-очень продумано все. Красота. Что можно сказать? Могут делать все. Я говорю, Америка, это особенно вот Калифорния, это такая громаднейшая индустрия, короче, сельского хозяйства, житница Америки. Чё, Коля? А, окей, окей. То свежий медок, говорит, есть, но меда мало. Ну, сейчас вот подкормим, потому что мы уже пчел, наверное, увезем, потом за ими приедем. Вот немножко у нас сиропа. Сейчас вот эту бочку сиропа снимем на форлифт и в ведра будем наливать, потому что здесь траком не проедешь. И помпой кормить мы не прокормим помпой. А так будет нормально. Видите, здесь машиной не заедешь, сильно ряды узкие, приходится ездить на форлифте. Но я это первый раз, честно говоря, я первый раз здесь, что поставил пчел на опыление черешни. Обычно мы здесь и не ставим, у нас времени нету. Ну, вот так получилось, что поставили. Красота. Вот ведра набираем сироп и с ведер кормим. Ну, это один раз можно. Деревья, наверное, лет по 60 минимум им. Посмотрите, какие толстые корни. Вот что значит правильная обрезочка. Видите, на пару поколений, наверное, хватает. Красота. Типа подпилили их. И нормально. Такие вот маленькие специальные трактора, я не знаю как, трактора, наверное, это специально чисто, короче, для обрезки. Посмотрите, там у них вот ручка выше, ниже, то и вот они вот не сильно широкие, вот так вот они между садами ездят, обрезают, то вообще техника здесь, какой только техники нету. Молодцы насчет техники здесь, действительно, они специалисты высшего класса. А ну смотрите, здесь два рычажка вот, и там вот рычажок. Нет, наверное, влево-вправо, это выше-ниже, и все. Вот так вот они вот хранят их здесь в саду прямо. То все, уже осталось нам немножко, 2-3 палета покормить. Сиропу как раз только хватит. Так что все нормально. Ну вот, забираем мы пчел от Джана. Здесь вот кустарники вот эти, я не знаю, как они называются, но хорошо цветут. Солнце будет садиться где-то минут через 40.
идет. Это специально, он посадил специально для пчел. Он раньше работал пчеловодом у нашего пчеловода Орегоновского. Но вот сад уже, смотрите, как он. Нет, он молодой, сильный, он быстро зацвел и быстро отцвел. Вот сейчас уже вот Бог даст, загрузим. Там он 5-10 пчелок, он летает, но это не страшно. Это дурная пчелка останется. А ждать до темна, пока последняя пчелка, здесь мы никогда этого не делаем. Посмотрите, вот они, кустарнички. Их так любят пчелы, так посещают сильно. О, доволен. Цена на орешки тоже упала сильно. Если в том году принимали по 2,20 орешки, то в этом году принимают по $1.60. Это очень дешево, очень дешево. Ну, а что сделаешь? Вырубать не будешь за счет массы. То, что много урожайности. Вы посмотрите, какая красота, как они. Вот, как они цветут. Днем гудит, пчела поймашь. Сейчас вот загрузим. Здесь 10 палетов. Сегодня вот отпустили, еще больше 200 семей отпустили. Тот Толик там отдельно поехал загружать. Мы здесь, это дальние тачки, откуда мы грузимся.